Здравствуйте, дорогие друзья, с вами я, Алена, и вы находитесь на канале «Счастье есть». Давайте с вами посмотрим на новинки магазина Fix Price. Адрес магазина, как всегда, я оставлю внизу в описании к этому видео. Первая новинка, вот такой вот забор садовый, 199 рублей. Здесь 8 штук, размеры их 40 на 25 сантиметров. Цепляются заборчики с помощью вот таких вот крючков друг за друга. Изготовлено в Китае. Состав — углеродистая сталь. И ничего не сказано о покрытии, но они покрашены. Сделано все очень добротно, мне нравится. Массажный ролик 149 рублей. Стимулирует кровообращение, ускоряет восстановление после тренировок, уменьшает боль в мышцах и повышает гибкость. В двух цветах. Изготовлено в Китае. Это ПВХ, сталь, АБС и ЭВА. Есть варианты массажа. Снова в продаже набор свечей с мигающим держателем «Цифра». 77 рублей. Цифры разные. Я такой набор брала. Нам очень понравилось. Мигает разными цветами. Но имейте в виду, выбирайте. Бывают вот такие некомплекты. В этом наборе батарейки входят в комплект. Появилось жидкое мыло «Абсолют» вот в такой вот экономичной упаковке. Двойная сила против бактерий. Мыло не содержит триклозан. Здесь 440 грамм. Стоит такое мыло 77 рублей. Новинка от Gialurol, 55 рублей, жидкие патчи для всех типов кожи. Увлажняющее, подтягивающее, выравнивающее действие. Здесь 40 мл, изготавливает Дмитров. Имейте в виду, использовать необходимо в течение 6 месяцев после первого вскрытия. Новое туалетное мыло, кофейное, от марки «Чистые традиции». Легкий скрабирующий эффект и тонизирующий аромат кофе с шоколадом. Здесь 160 грамм, стоит 18 рублей 30 копеек. Стиральный порошок «Дося Оптима Колор», 1,2 килограмма, первый раз такой вижу. «Чистомания». Стоит 77 рублей всего лишь. Надо брать, пробовать. Подходит для стирки в стиральной машине. Полотенце от СТК. Это производство Москва. Пошив очень хороший. 100% хлопок. 30 на 50 сантиметров. Стоит 55 рублей. Но очень крупные петельки. И они, скорее всего, будут вытягиваться. Варианты цветов есть вот желтые, зеленые, здесь уже другой узор, и вот такие вот фиолетовые. Появились в продаже большие пляжные полотенца, размер 100 на 150, плюс-минус 2 сантиметра, 199 рублей. Полотенце вафельное, 100% хлопок, изготавливает Иваново. Посмотрим на качество пошива. Строчки все ровные, все замечательно. Никаких претензий нет. Еще один вариант расцветки. И вот такой вот вариант. А какой вам понравился больше? Напишите в комментариях. Антискользящие вешалки. 77 рублей 5 штук в комплекте. Состав ПВХ и нержавеющая сталь. В трех цветах. Нашла еще четвертый. Простыни еще есть в продаже в двух цветах.
появились также наволочки, набор из двух штук, размер 50 на 70. Это город Иваново, 100% хлопок, стирка при 40 градусах. Смотрим, какие есть варианты расцветок. И еще вот такой вот персиковый цвет. Зеркало для ванны с полкой. Зеркало подвесное. 199 рублей. Полипропилен стекло. Это изготавливает Китай. О размерах ничего не сказано. Есть крепеж. Размер 36 на 47 сантиметров, только в белом цвете. Набор простых карандашей, 12 штук, 55 рублей, треугольная форма. Дерево графит, изготавливает Китай. Есть два варианта расцветок, вот такие оранжевые и синие. Детские колготки с рисунком, 77 рублей, 40 ден. Две возрастные группы, 7 размеров. Содержит лайкру, ручная стирка. Состав 95% полиамид и 5% эластан. Изготавливает Россия, город Советск. У нас все колготки в белом цвете. У нас в продаже появились квадроциклы с пружинным механизмом. Игрушка 3+, в трех цветах. Состав металл, полипропилен, полистирол и ПОМ. Изготавливает Китай. В прошлый раз показывала набор для гольфа. 199 рублей в зеленом цвете. Есть еще в синем. И еще одна новинка для детей, 199 рублей, набор для игры в бейсбол. Бита мягкая, состав ЭВА, полипропилен, Китай. Цвета розовый, зеленый, желтый и синий. Меня просили показать носочки женские. Давайте особо углубляться не буду. Так, общим планом. Единственное, что я вам покажу. Новинка. Вот такие вот носочки. 55 рублей. Я подобные брала, но не с таким рисунком. Это новый рисунок. Они же еще есть вот в таком нежном зеленом цвете. На этом все. И еще новые вот такие вот носочки. Зувей. Размер 36-40. Китай. Состав 67 хлопок, 33 полиамид. Ну и пойдем так посмотрим на носочки. У нас еще даже гольфы продаются. Также в продаже вот такие вот новые тапочки. Летние шлепанцы женские. Есть в двух цветах, синие и белые. Изготавливает Россия. Город Краснодар. Размеры с 36 по 40. Вот эти, к примеру, 37 размер. Подошва ЭВА, все остальные материалы ПВХ. Очень мягкие. Есть даже намек на ортопедическую стельку. Хорошо. Я примерила со своим 37 размером 37, и все замечательно. Какие красивые оригинальные ковшики на 1,6 литра. Это Смоленск, город Вязьма. Пластик пищевой, полипропилен.
оригинальные такие ковшики. Скатерть от Kitchen 137 на 180 сантиметров, 55 рублей. Материал ПВА. Все скатерти белого цвета с рисунками. Какой рисунок нарисован вот тут вот в уголке? Здесь цветы. Еще есть вариант кружева. Вот такое кружево. Почему-то в отделе кухни у нас лежат вот такие вот пластиковые гантели, бутылки. Объем 600 миллилитров, 99 рублей. Можно как налить воду, так и песок насыпать, а можно песок с водой, будет даже тяжелее. ПЭТ полипропилен. И у нас в трех вариантах расцветки. Каких сочных цветов венчики у нас появились. Венчики эти хорошие. У меня есть подобный, пользуюсь им давно. Ничего с ним не случилось. 55 рублей, 25 сантиметров длина. Материалы нержавеющая сталь, термопластичная резина. Новые органайзеры для кухни. В этот раз без колесиков. 99 рублей. У нас они в двух цветах. Это пищевой пластик, полипропилен. Размер 29 на 23 на 9 сантиметров. Город Ногинск. Снова приехали вот такие классные корзины. 149 рублей. В двух цветах. Корзина овальная. Это Татарстан. Пластик пищевой, полипропилен. Не содержит бисфенол А. $99 рублей. Новый крючок. Окрашенная нержавеющая сталь. Крепление в комплекте. Проверяйте их наличие. А здесь 4 крючка. Форма для запекания от Симакс. 199 рублей. 1,4 литра. Изготовлено в Польше. Температура выдерживает от минус 40 до плюс 300 градусов. Многофункциональный, натуральный и гигиеничный материал. Форма с ручками, но, конечно, совсем малышка. Большие салатники от Luminarc. Ко мне уже ценник приклеился. 149 рублей. Сверхпрочное стекло. Диаметр 24 сантиметра. Изготовлено во Франции. Поильник не проливайка малыш. 99 рублей. Поильник с силиконовым носиком и ручками. 6 месяцев. Пластик не содержит бисфенол А. Объем 270 миллилитров. Подходит для разогревания в микроволновой печи и только в открытом виде, без носика, кольца ручек и колпачка. Интересная информация. Срок годности 5 лет, срок службы поильника 1 год, силиконового носика 45 дней. Изготавливает Санкт-Петербург. Адрес производства Ржев, вот так вот, Тверская область. И у нас они в двух цветах. Всегда в продаже вы можете найти стаканы по 27,50. В этот раз это вот такие стаканы. Два варианта. Высокий 280 миллилитров, низкий 250. Изготавливает Гусь Хрустальный. Сыр от Сыробогатов с ветчиной. 8 кусочков. И также есть плавленый для бургеров. Стоят оба по 55 рублей. Здесь 120 грамм, здесь 112. Покажу вам состав поближе. Конечно, так себе. Еще одна новинка. Это изделия вафельные, не глазированные. Вафли сиропные, вареная сгущенка.
ближе состав. Состав, конечно, тоже так себе. Но иногда можно себя и таким побаловать. Вот так вот они выглядят. Эти вафли надо класть на чашку с горячим напитком. Начинка тогда начинает подтаивать, и они гораздо вкуснее. И напоследок вам покажу вот такие таблички от издательства «Презент». Наконец-то они до нас доехали. Состав ЛХДФ, картон, шпагат джутовый, размер 23 на 10, но они разные. Есть вариант Wi-Fi. И еще 4 варианта. На фикс-прайс привезли маски многоразовые. 149 рублей. Много разных вариантов. Вот только что принесли коробочку на кассу. Сколько стоит?